Ребят, всем привет! Вы на канале Анна Дельвейс. Мы сегодня будем снимать что? Сбитые сливки. Все, давайте начинаем. Всем привет! Ну что, приступаем? Да. Есть? Сколько? Кто клубничку любит, ставьте лайки, ребята. Ребята, похоже как на пиццу, да? И... Ну, а пока не носные носики, да, Соня? Да. Видите это все? Сейчас наша задача немножечко пошуметь. Какая ты молодец! Ребята, мы тут сболтали и салютик появился. Смотрите, что мы натворили. Я уже сижу. Давайте больше не будем такое делать. Сами приготовили, сами едим. Всем привет! Мы сейчас будем делать сбитые сливки с клубникой, с киви. И с киви. Ой, кто любит мороженое, обязательно понравится этот рецепт. Ребят, берите ручку и записывайте наш летнюю вкусняшку. Да. Да! Ну что, приступаем? Да! Есть? Нет, готовить. Показывать ребятам, как мы эту вкусняшку приготовили. Для десерта нам нужны вот такие формочки. Формочки. Да, я забыла, ребята. Формочки, клубничка, жирное молоко 33%. Сливки жирные. Да, киви. И сахарная пудра. Да, сахарная пудра. И вот это вот нам все нужно. И все, больше ничего. И мы приготовим самый вкусный десерт. Да, ну, что, это будут... Поехали! И это будут взбитые сливки, очень вкусные. Так, ребята, давайте нам ножики. Не надо. Зачем тебе ножики? Для начала подготовим фрукты. Ой, ягоды. Ягоды и фрукты. Ягоды у нас это что? Клубника. Клубничка. И фрукт. Из фруктов. А есть еще маленькая-маленькая земляничка. Вот такая есть клубничка. От клубнички мы отрываем хвостики. Ребята, мы начинаем отрывать хвостики. Маленькие, а большие не надо. Хорошо? Угу. Вот сюда ложи. Большую клубничку мы оставим для украшения. Да. Чтоб нас, вот наш такие. Десерт был самым красивым. Да. Я вам хочу показать одну. Это. Просто отрывай. Я хочу съесть эту. Съешь. Маленькую, хорошо? Маленькая, маленькая. Ну, я хочу эту. Сладкая, кислая? У меня попалось чуть-чуть сладенькое, ну, кисленькое. А у меня попалось вот такое, мой богая. Давайте отрывайте хвостики побыстрее. Только Лена, помогай. Маленькие. Так. Какая красивая. Ну, ее оставь для украшения тогда. Какая красивая. Ну, красивая. А можно мы будем отделять даже от больших? Большие, самые красивые можно оставить для украшения. Смотрите на мою коленку. Вот моя коленка. Что с твоей коленкой? Ну, мы ее... Расскажи, ребята. Мы ее помазали серёжкой. Она у меня заострила. Папа мне ее помазал. Она сейчас у меня не болит. А что случилось? Ты упала или где ты рану получила? Ранение? Я на улице упала. Вот такая клубничка. Самая красивая. Ну все, убирай ногу со стола. Яна, мы же кушать готовим. Так, самая огромная. Красивая. Ее оставить, да? Пока, Яна, ну-ка найди самую большую клубничку. Вот. Ой, я вот такую нашла. А запах какой вкусный, да? Кто клубничку любит, ставьте лайки, ребята. Я хочу понюхать. Смотрите, сколько нам осталось сделать. Убрать хвостики. Осталось только чуть-чуть. Вот сюда-то. Столько много уже перебрали, да? Только да.
Смотрите, мы положили сюда это большие клубнички и красивые, даже поменьше. Они пойдут у нас для украшения. Да. А совсем намного. Мы же десерт делаем. Да. У нас будет же... Мы же любим клубничку. Вот половина, дашь мне? Нет, любая половина может быть. Яна, помогай давай Софии. Вот. И вот. Давай, помогай. Ребята, похоже, как на пиццу, да? Давай, помогай. Маленькая, маленькая. Давай, побыстрее. Так. Блядь, смотрите, какая у нас. Не надо ложить. Вот сюда вот ложи. Так. Надо сейчас тут разбирать. Что-то ребята, тут надо. Я хочу понюхать. Как пахнет на кокос. Все, все перебрали? Да. Молодцы какие. Ну, наверное, да. Не терпит. Не терпится все сделать. Сейчас. Ребята, смотрите, какую нашла. Самую-самую спину. Она пока не носные носики, да, слышишь? Да. Ой, а где? Ой. Вот, вот, смотрите, мы вот так нажмем. Вот. И мы будем на эту кнопочку нажимать. И вот тут вот такие вот штуки тут. Вот. Можно я попробую? Вот так вот выключить. Суня, можно я попробую? Давай, нажимай. Вот сюда? Да. Где хочешь. Вот, давай. Видите? Это все. Так. Сейчас. Ребята, вот так. Сейчас наша задача немножечко пошуметь. Пошуметь, да. Сейчас мы будем слегка забьем в миксере клубнику. Ну, накладывайте ее. Давай. Давай, ты накладываешь. Бери. А побольше надо брать. Какая ты молодец. Накладывай. А еще. Тут... Сколько мы берем, много, да? Ой. Да. Клубнику, ребят, берите побольше. На свое усмотрение. Но мы любим клубнику, мы ложим побольше. Я его только и спрашивайте. Только разрешение взрослых тут миксером, очень... да, конечно. Тут только, очень острый. Только вместе со взрослыми можно. Очень. Можно порезаться. Давай, накладывай. Все? Давай вот сюда вот накладывай. Детям маленьким без разрешения совсем нельзя брать. Да. Все, я думаю, достаточно будет. Закрываем миксером как там. Нет, нет, София. Так, здесь у вас еще одна ягодка. Закрываем крышкой. А потом еще отдай это. Так, стой. Можно я? Ты накладывала? Слегка, чуть-чуть надо провернуть, чтобы у нас ягоды не превратились в пюре, а были нарезаны на кусочки. Давай еще чуть-чуть. А теперь я. Еще. Ягоды теперь. Ну, все. Все? Давай еще чуть-чуть. Ну все, достаточно. Все, открываем. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, что у нас получилось? Убирать. Я убрала. Куда усыть? Давайте получилось сюда. Вот такое чудо вкусное. Давайте помешаем. И мы, подожди, Яна, мешать не надо еще. Сейчас мы добавим немножко чего? Сахарной пудры. Сахарной пудры. Да. У нас ягоды немножко с кислинкой, и мы поэтому добавим ягоды, чуть-чуть сахарной пудры. Вот. Если столько? У вас ягоды сладкие, то сахар, я думаю, совсем можно не добавлять. Все? Ну, давайте еще чуть-чуть. Покажи. Вот столько? Да. Да.
Ну, нет, нет, нет. Сейчас мы не будем уже миксером пользоваться. Мы просто... Смотрите, как будто это жвачка. Мы просто возьмем и перемешаем. А можно я выберу? Ну нет, я. Тема, ты мешала? По очереди. Сегодня я не мешала. Подожди. Бери. Давайте вместе мешайте. Получается. Вот так. Ребята, сейчас я попробую. Давай вместе. Давай вот так. Ребята, сейчас я попробую. Соня, дай попробую. Ну, наверное, достаточно? Конечно. Я попробую тоже. Иди, вкусно! Сейчас мы продолжим готовить киви. Яночкой безопасные пластмассовые ножики. Самые безопасные. Да. Сначала я вот так вот хорошо, чтобы быстро получилось. Попробовать киви. Вот так мы нарезали киви. Да. Такими маленькими, да, кусочками. Да. Вытираем руки. У нас ножики очень грязные. Да. Руки тоже. Я вытираю. Сейчас мы будем насыпать сахарную пудру. Можно? Киви у нас тоже кисленькая, поэтому мы добавим немножко сахарной пудры. Давай еще. Я хочу тост. Давай, мешай. Все, размешиваем. Ты будешь добавлять, а я мешать. Еще? Да? Сейчас я попробую. Ну, хватит, наверное, сильно сладкое тоже. Все? Давай. Вкусно! Приступаем к сливкам. Ребята, так, вот сливки. Наши сливочки. Да. Чтобы у нас получились красивые взбитые сливки, сливки не забываем, надо охлаждать. Да. Мы они у нас охлаждили только... в холодильнике. Да. Берем миксер с венчиком. Он подержит. У нас сливки. Нет. Разлетелись по всему дому. Хочу тесать. Везде. Очень надо быть аккуратными, когда взбиваешь. Ребята, я не хочу тесать. Тебе помоги, Яне. Давай. Но мы их взбили. Да. У нас весь стол в сливках. Покажи весь стол. Мама вся. Сметаны нету. Да.
Так, вот такие густые сливки у нас получились. Давайте больше не будем такое делать. А я сейчас покатаюсь. Яна успевает сливки со стола слизывать. София, держи, сейчас будем убирать. Вот. Ребята, мы это все вытерли. Кое-как. Да. Вот так. Полотенцем. Еще. Так. Сейчас мы будем вот в эту вот штуку добавлять. Это что за штука? Сама это мешок. Кондитерский мешок. А, кондитерский мешок. Да. Сейчас наши взбитые сливки мы выкладываем. Давай, в мешок. Бери. И вот это вот бери. И вот сюда. Да, вот накладывай. Вот здесь, брат? А где? Ребят, сейчас я накладываю. Давай, накладывай мешок. Берем побольше. И прямо туда, вовнутрь, в мешок их засовывать. А, я заморалась. О! Давай. Побыстрее, пока они холодненькие. Давай, побыстрее. 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 Давай, вытаскивай. Ой, мою. Давай, накладывай. Да, быстрее, прибыстрее. Надо быстро-быстро работать. Сейчас же лето, жарко. Надо успеть десерт съесть. Пока он прохладненький, холодненький, да? Да. Я уже успела замараться. Давай. Уже чуть-чуть осталось. Давай, накладывай. Ой, все? Еще, давай. Еще идти, давай. Блин, еще. Блин, скользкое, ребята. Все? Да. Все? Берем наши сервировочные стаканы. Это формочки, да? Формочки, да. Ты и я буду. Сначала я. Так, подожди, София. И вот так вот сверху закроем, чтобы у нас крем не выскакивал. Смотри, и что мы будем делать? Делать по кругу. Вот такую вот красоту делать. Можно? Да, я возьму. А потом я себе сунем. Так, все, достаточно. Ровненько сделали. Теперь берем вот это. Киви. Яна, давай свой стаканчик делаем. И равномерно накладываем киви. Я стараюсь. По всей верхности. Да, ребята? Да, мама? Угу, молодец. Все? Давить не надо, потому что у нас крем тоже воздушный и красивый. Да. А где? А можно мне салфеточку его мазать? Сейчас, подожди, давай я не помогу. Можно я? Подожди. А я себе наложу. Так, чтобы ребятам было видно. Можно я? Подожди. Какая красота у нас получилась, ребята. Угу. Яна, давай киви накладывай. Где можно весь съесть? Яна, аккуратно ложи. Аккуратно, не надо давить. Чтобы крем у нас не примялся. Не надо. Все, больше не надо давить. Давай еще. Все, не надо давить. Не дави. Крем у нас воздушный. Все. Так. Дальше опять крем. Я попробую. Так. Все. Сливки сюда. Так вкусно получится. Сюда пойдем. И сейчас дальше вот клубничка. Клубника с сахаром. Давайте. Стаканчики пускай тут лежат, чтобы зрители тоже видели, какая у нас красота получится. Где мне ложечку? Посмотри. Сейчас я тебе дам.
О, как раз такая красота. Если бы смешать белый, окна вот то, из-под киви возьми. То получится светло-розовый. Придавливать не надо. Просто раскладываем, да? Да, просто раскладываем аккуратно. Стакан не замарываем. Делаем все идеально. Чтоб мы были профессионалы. Не знаю, как у нас что получится, но получится, наверное, очень-очень вкусно. У нас мороженки получится, наверное. Нет, это не мороженки. А в жаркую погоду. Как, какая красота, такую вкуснятину съесть. Прохладно. Я все. Я тут. Ну и сюда. Да, мама? Давай, София, еще. Надо равномерно, чтобы вот так вот. Так, ну все, Яна, хватит. А можно я буду клубничку накладывать? Сейчас, подождите. Ну, и еще у нас остались сливки. А потом клубничку. Да, ребята? Пока они еще холодные, украшаем сливками. Мама, все, клубникой можно украшать? Да? Да? Да, мама? Подожди, подожди. Можно клубникой украшать? Конечно. Давай. Я на тебя не видно. Да? Да. Мы сейчас будем ложить клубнички. Я выбрала самую большую, а Яна выберет себе маленькую. Яночка, возьми лучше с хвостиком, чтобы красиво смотрелось. Вот. Самую красивую выбери. Так. Я себе вот эту вот. А это без хвостика. Возьми, выбери лучше с хвостиком. Я надержу большую. Нет, нет, с хвостиком выбери. Ну, я вот с хвостиком. Украшаем, чтобы красиво было. Да. Так. Я выберу. Смотрите, вот как эту есть. Вот. Ну все, хватит. Я по кругу буду. Нет, нет, не надо. Вот так вот достаточно, я думаю, вот такая красота у Яны получилась, такая вкуснятина. Давайте я... Подожди. Я с вами буду пробовать. Подожди. Сейчас, София. Ну, наверное, еще. Еще последний? Нет. Последний? И все. Вау! Вот. Вот у меня. Быстрее. Вот так вот. У Софии красота такая получилась. Вот такие мы молодцы. Я просто хотела подумать, чтобы у меня было, чтобы я была профессионалом. И что нам осталось сделать? Мы сделали такой вкусный десерт. Да. И нам осталось передать приветы. Передаем привет Софии Шишлаковой. Привет! Кире с Ника в Инстаграм. Кира 1358. Александре, Раисе, привет. Христорис, привет. Настя Мульт, Алексей, привет. Шатилов, привет, Яночка, привет. Куманцева, привет. Полина Василькова, привет. Настя Артемова из города Сургут, привет. И Алине, привет. Мадумновой. Привет. Всем большой-большой привет! Мы всех любим. Делайте, всем пока. Делайте вкусняшки по нашим, да, рецептам. Присылайте свои рецепты с вкусняшками. Пока-пока. Пока. Делайте пока. Самые вкусные рецепты в мире. Да. И самые вкусные. Ля-ля-ля-ля-ля.